Друзья, приветствую вас из Мерсина. Мы снова в районе Теджей. Сегодня мы будем смотреть квартиру с видом на море, квартиру 2+1. Здесь очень красивая чистовая отделка. Сейчас мы вышли с вами на балкон. Как вы видите, вот до моря. Тут вообще рукой подать, буквально 200-250 метров до пляжа. Там есть кафе у пляжа. Здесь комплекс уже с активным газом, здесь уже подключили, провели, и уже люди активно пользуются газом. Вам нужно будет приобрести котел и подключить его к основной системе. Также здесь Айдат составляет 100 лир в месяц, и в летние месяцы Айдат составляет в 3 летних месяца, июнь, июль, август, Айдат составляет 150 лир, так как наполняется бассейн. Мы с вами уже прогуливаемся, сейчас более детально посмотрим. Я сейчас нахожусь в гостиной, соединенной с кухней. Кухня у нас как бы утоплена немного, изолирована и выложена плиточкой. Вот так вот. Конечно, прекрасный большой балкон. Балкон-терраса. Вот здесь вокруг вся городская инфраструктура, есть магазин А101, есть шок-маркет, здесь недалеко есть школа, лицей, здесь есть поликлиника, также все, что необходимо, также есть кафе и так далее. Вот и такая вот набережная, которая тянется вдоль всего Теджи. Здесь от этого района очень хорошее транспортное сообщение. Вот видно маркет 101. Сейчас я повернусь вот так вот. Не видно. Сейчас я вам сниму. Здесь хорошее транспортное сообщение. Здесь вы сядете, маршрутки ходят каждые 2 минуты. Маршрутки Мископ, автобусы Сливке, большие городские муниципальные автобусы. И вы до центра города отсюда доберетесь за 25-45 минут. Это если вы едете в самый, как бы, в самый конец центра города. До форума, торгового центра форума, отсюда примерно 35-40 минут. Начнем обзор прямо с подъезда. Уже видно, что трубы, все коммуникации для газа проведены. На площадке здесь 2 квартиры. И 2 лифта. И так начинаем с прихожей. Такая вот здесь установлена от застройщика металлическая дверь. Хорошего качества, с 2 замками. Также есть вот такой вот вместительный шкаф. Прихожая от застройщика. Зеркало установлено. Все это стандарт, все это... входит в стоимость квартиры и имеется в каждой квартире. Мы сейчас находимся в квартире на 6 этаже. Здесь пока еще есть квартиры. Можно выбрать этаж. Мы сейчас с вами повернулись из зоны прихожей и вот смотрим с вами на гостиную. Давайте еще с этой стороны посмотрим. Здесь у нас установлен также домофон. Видно дверь. Двухуровневые потолки. Проходим с вами в зону кухни. Вот, у нас уже имеется здесь встроенный шкаф от встроенной мебели от застройщика. Мраморная столешница. Есть у нас вот такая вот газовая плита, варочная панель и вытяжка. Вот, духовой в шкаф не входит, здесь его нету. Здесь вот такие вот датчики сенсорные, сигнализация, газ и пожарная сигнализация. Здесь есть, получается, у нас 3 окна и 1 стеклянная дверь. С видом на море, все окна у нас с видом на море, выходит у нас
Также зона кухни у нас выложена плиточкой такого нейтрального бежевого цвета. Окно, есть большое панорамное окно на кухне с французским балконом. И вид у нас открывается из окна на море. Также есть вот такая вот дверь, выход на балкон, террасу. И вот сейчас мы смотрим с вами на зону гостиной. Зона гостиной у нас выложена кафелем. И есть батарея. Частично обклеена стена обоями вот такого нейтрального, ненавязчивого цвета. И, конечно, большое панорамное окно с видом на город. Немножко видно море вот с этой стороны. Вот такой достаточно вместительный балкончик французский. И, конечно, прекрасная терраса с панорамным видом на море. Давайте еще раз выйдем на террасу. Достаточно большая у нас здесь терраса. Вид на соседний комплекс. По территории мы с вами погуляемся. А на территории у нас есть небольшой бассейн. Беседки для отдыха. Есть генератор, который полностью отвечает за освещение. Первая спальня. Уже установлена батарея, небольшое окно, стеклопакет. На полу у нас ламинат. Кусочек стены обклеен вот такими вот обоями. Вид из окна у нас просто на город. Здесь очень хорошее расположение. Здесь недалеко до главной дороги. До главной дороги буквально метров 100-150. И до моря 250 метров. То есть очень хорошее расположение. Причем здесь хороший пляж. Есть такая вот вентиляционная. В квартирах никто не жил. Здесь комплекс частично заселен. Искан уже получен. Это вот гостевой туалет, его можно при желании переделать, а-ля тюрка. Тут строительный остался мусор. Вот. Смотрим еще один основной санузел, уже с душевой кабиной. И установленной техникой. Сантехникой. Идем дальше. И у нас сейчас спальня для взрослых. На полу ламинат. Есть отдельный балкон. Спальня для взрослых. Есть также три окна, два маленьких, между которыми вы можете поставить двухспальную кровать, две розетки. Вот для прикроватных тумбочек здесь все устроено. Здесь вот за батареей выведены, проведены вот тоже розетки установлены. Вот такой вот вид у нас из окон. И есть вот здесь открыто пожарная. Есть пожарный выход. Это как бы помещение такое. Вы его можете использовать, например, как кладовку. Что-то ненужное сюда поставить. Вот тут две двери. И сюда выход на пожарную лестницу. Сюда пожарный выход. Так что тут практически еще одно помещение. Оно вам точно пригодится. Всегда нужно куда-то хлам, что-то такое вот сложить, да? Здесь такие вот двухуровневые потолки. Обои вот на одной стене. В таком сером нейтральном цвете. И технический балкон небольшой.
У нас обычно на техническом балконе устанавливают стиральную машину. Здесь у нас вид на горы, видно вход, видно, что здесь есть охрана, будка охраны, 24 часа в сутки охрана. Вот соседний блок уже заселен, у нас здесь два блока. Вот, очень хорошая, спокойная сите. Здесь хорошая управляющая компания, очень хорошо следят за территорией. Также с балкона видно немножечко и море. Расположение идеальное, до главной дороги недалеко видно здесь. И здесь вот есть магазин, я вам обещала показать, А101. Также рядом еще есть магазины, маленькие, небольшие, супермаркеты. Вон там видно еще один. Здесь есть квартиры в этом комплексе чуть подешевле, они без вида на море. А также есть видовые квартиры, как это, они с видом на море. Здесь вот уже все установлено, дополнительный санузел, вся сантехника, душевая кабина, есть вот вентиляционное отверстие. Ну вот здесь нет унитаза. Вот. Есть душевая кабина, два санузла, вот один основной, вот здесь вот мы его уже смотрели с унитазом, а здесь вот такая вот алитюрка, которую вы можете переделать под современный унитаз, да, поставить. Давайте еще раз пройдемся, посмотрим, будет в панорамном виде. Вот. Конечно, здесь прекрасный вид на море. Хороший пляж. Рядом в комплекс, в котором, кстати, у нас тоже есть квартира. С вами смотрели. Здесь небольшая территория. Айдат в год составляет 1300 лир. Я вам уже говорила, что в летние месяцы здесь айдат 150, а в остальные месяцы 100 лир в месяц. Здесь вот также видно море. Смотрите, вот хорошего качества кухонный гарнитур достаточно. Хорошего. Есть место под холодильник. Сейчас мы с вами прогуляемся еще по территории. Вот так вот расположены комнаты. Здесь у нас прихожая, подъезд. Давайте еще раз прогуляемся. Первый санузел, второй. Спальня для взрослых. В подъезде у нас есть окно в пролете. Здесь не жарко, сейчас достаточно прохладно. Есть два лифта. Вот сейчас один из них мы ждем. Вот такой вот лифт. Сейчас на втором этаже. И вот здесь видно море в пролете. Море, территорию. Сейчас мы с вами прогуляемся по территории. Видно, что подъезд достаточно. Подъезд чистый. Где-то живут люди, где-то нет. Комплекс новый. Очень чистенько здесь. Вот мы пришли. Видно, что здесь убираются. Вот, мы зашли сейчас в холл с вами. Небольшое фойе.
Вот это выход на территорию. Вот такая вот у нас входная группа. Мы сейчас вышли на территорию. Здесь у нас вот видно генератор есть. Там беседки для отдыха. Сейчас мы с вами прям прогуляемся. Пойдем с вами в сторону беседок. Беседки для отдыха, детская площадка с песком. И также вот небольшая фитнес-площадочка. Все компактно, без излишеств. Рядом море. Есть небольшой бассейн. Вот это вот душевые кабины, вход в бассейн. В этом году бассейны у нас не наполняются в связи с ситуацией с коронавирусом, к сожалению. Вот. Есть небольшая парковка. Но всем места хватит здесь. Вот там еще видно еще одна беседка для отдыха. Выглядывают у нас девочки. Это еще один блок. Есть квартиры в двух блоках. Есть выбор пока из по этажам. Всю остальную информацию по площади, пожалуйста, читайте в описании к видео. Здесь вот у нас вход. Ага, вот здесь парковка. Охрана 24 часа в сутки. Вот. Здесь, кстати, очень мало объявлений о продаже. Видимо, комплекс хороший. Вот даже есть здесь салон красоты. Можно вот. Пожалуйста, прямо на территории комплекса. Расположение вообще идеальное. Вот до главной дороги очень близко. И близко море. Есть охрана. Два блока 10-этажных. И вот еще одна у нас беседочка.